Всем привет! Сегодня готовим вкусные ленивые пирожки или оладушки. Готовятся пирожки на кефире с добавлением начинки. Получаются мягкие, нежные и воздушные. Готовятся легко и просто. В чашу наливаем обязательно теплый кефир. Добавляем к нему творог. Творог и кефир подойдут любой жирности. Добавляем соль и яйца. Кстати, состав и количество ингредиентов, как всегда, найдете в конце видео. Туда же натираем любой твердый сыр, который у вас есть в холодильнике. И добавляем мелко нарезанную зелень. У меня сегодня укроп. Зелень подойдет любая на ваш вкус. Можно добавить петрушку или зеленый лук. Тоже получится очень вкусно. Добавляем просеянную муку. И сразу добавляем соду. Все хорошо ложкой перемешиваем. Тесто получается густое и сползает с ложки. А теперь приступим к жарке пирожков. В разогретую сковороду с растительным маслом выкладываем ложкой теста. Жарим пирожки примерно по 3 минуты с каждой стороны. Чтобы пирожки внутри хорошо пропеклись, сковородку накрываем крышкой. Когда с одной стороны подрумянились, переворачиваем. Готовые пирожки подаем с пылу с жару. В моей семье такие пирожки любят со сметаной. Вкусные, ароматные и пышные. Друзья, если вам рецепт понравился, тогда поставьте лайк или напишите комментарий. Подписывайтесь на мой канал, впереди будет много вкусного и интересного. Ну а я вам, как всегда, желаю приятного аппетита, хорошего настроения, готовьте с удовольствием.